Здравствуйте, меня зовут Андрей, и несмотря на более серьезную заявленную на сайте тему, на самом деле у меня результаты трех экспедиций в Турцию по находкам, которые были сделаны совершенно случайно. Это будет очень короткая презентация, потому что иначе мне не хватит никакого времени, чтобы рассказывать. За три экспедиции мы нашли колеи в Туфе в двух областях Турции с приличным расстоянием между ними. Сначала это был недалеко от города Афьон, а потом, уже используя исключительно поиск по Гуглу, совершенно случайно были найдены большое количество следов в Каппадокии. И в этом октябре мы ездили именно в Каппадокию, буквально увидев только скриншоты, сделанные со спутника. Сразу покажу спутник. Очень хорошо видны колеи в большинстве случаев на Google картах. Есть большие скопления, маленькие скопления, но практически все они идентифицируются сверху. Вживую выглядит примерно так. Все колеи прокатаны за один раз и, вероятно, в мягком грунте, то есть не продавлены по твердому, а прокатаны за один раз в мягком. Об этом будет написано в статье, сейчас я подробно останавливаться на этом не буду. Есть видны очень четкие перекрестки. Есть места, где ездили практически хаотично. Есть места, где видно очень хорошо, проезжено вокруг холмиков всяких. Это все туф вулканический, причем первичный. То есть это не туф, который раздробили в порошок, и который потом сцепился, а именно тот, который был выброшен из вулкана. Наиболее интересное место, которое мы нашли еще в самой первой поездке случайно, это проезд между двух холмов. Очень глубокий проезд, метра полтора где-то, с характерным следом вдоль края. В Каппадокии, вот карта, на которой описано, вернее, на которой маленькими белыми точками помечены все найденные на очень большой территории со спутника колеи. Ближайшие к Деринкую находятся буквально в нескольких километрах. Деринкую — это один из самых популярных подземных городов Турции. Часть колеи находится прямо в городе, в одном из самых крупных городов Турции, это Кайсери. Здесь на скриншоте не очень хорошо видно, но практически вся серая зона изъезжена колеями, и развязка построена уже поверх нее. Вживую это выглядит вот таким образом. Покрупнее сделать не видно. Есть вот совсем кривые колеи, тоже прямо в городе находятся. Здесь даже я бы никогда не сказал, что это неестественного происхождения, но тем не менее они находятся в одной области с другими. Тоже глубокие, по-разному бывают. Вот совсем недалеко от Деринкую, найдено со спутником. Мы нашли несколько десятков, наверное, областей, но добраться на наших маленьких машинах смогли только до нескольких колей, потому что были плохие сельские дороги, не везде можно было проехать. Вот одно из самых интересных мест, где они расходятся на ширину около 100 метров, сходятся в точке переезда через овраг, переходят на другую сторону. Вот так примерно это выглядит. В Каппадокии колеи очень сильно разрушены, в отличие от тех, которые были в Афьоне. Некоторые продавлены глубже, некоторые меньше. Снова мы видим одинаковую боковую бороздку, примерно такую же, как в Афьоне. Это разлом, который переезжают колеи, то есть справа сверху на плато, это там, где их было 100 метров там, в ширину. Достаточно глубокий получается разлом с 15 метров. Некоторые колеи, кажется, что вырублены вручную, глубокие, но когда их рядом 50-60 штук, становится непонятно, зачем их делали. При этом очень часто, вернее, при этом никогда практически не видно в центре возможности для того, чтобы прошла лошадь. Наоборот, получается, что в центре, вот здесь очень хорошо видно, насколько в центре все высокое и кривое. Нету никаких следов лошадей нигде. Вот таких вот ребят мы там видели. Но они ездят рядом с колеями, у них узкие колеса, и у них вон там ослики запряжены. Они хорошо видно, кстати, здесь, что они не колею образуют, а такую поверхностную дорожку, промятую чуть-чуть, может быть. Вот это я коротко рассказал то, что мы видели.
Статью можно найти на сайте ЛАИ или по ссылке. Все, кто заинтересовался, могут написать мне на почту. Я сейчас попробую приблизить. Чтобы можно было сфотографировать. Я пришлю ссылки на архив фотографий, координаты и все, что интересно, потому что мы исследовали, наверное, буквально пару процентов от того, что есть в Турции, и то, что видно со спутника. И все интересующиеся и желающие создать свою экспедицию могут туда съездить, получить большое удовольствие от местной природы и заодно найти какие-нибудь более интересные артефакты. Спасибо. Какие-то вопросы есть, Вадик? У меня есть вопрос. Да, Настя. Меня зовут Анастасия, я представляю Космопоиск. Хочу задать вам такой, надеюсь, вы не обидитесь, просто мне интересно. Почему вы не рассматриваете возможность того, что это протекала вода, так или иначе? Турция — местность гористая, в том числе в Каппадокии, это уж точно. Спасибо. Конечно, естественный вариант, это было первое, что можно было подумать, потому что когда мы увидели их впервые, мы просто застряли в одной из них. Но у меня есть измерения, они везде парные, везде одинаковой ширины, везде, где есть рядом вертикальный борт, как я показал в самом начале еще. Сейчас я еще раз покажу. Вот это место. По обоим сторонам мы имеем царапки. Везде, где будет вертикальный борт достаточно высокий, есть царапки. То есть все их характеристики абсолютно одинаковые, они все парные. Есть пересечения и так далее и тому подобное. Вопросы? Нет, вопрос. А какое ваше предположение, что могло породить вот такую колею? Любое безлошадное транспортное средство. Или там, где лошадь, например, сверху на беговой дорожке ездит. Тут вопрос даже не в том, кто, а скорее вопрос, когда. Потому что если они были прокатаны за один раз и в мягком туфе, то это могло быть либо во время, когда он был размягчен каким-то природным воздействием, предположим, либо во время, когда он выпадал. Если мы берем датировки, которые дают нам официальные геологи, то это миоцен, то есть многие миллионы лет. И Колтыпин, с которым мы ездили, в первый раз ездили, придерживается именно того мнения, что они проезжены в миоцене. Предположение Андрея Склярова это то, что во время потопной катастрофы, в районе 10-12 тысяч лет назад, могла быть очень серьезная вулканическая активность в Турции, и этот туф мог быть именно того периода. И ездили именно тогда. Не знаю, что там они убегали или просто катались по нему. Но глубина вот этого туфа достаточно большая. То есть это не могли быть вулканы, находящиеся на расстоянии даже 50-100 километров от точки. Потому что иначе бы получилось так, что вулкан выбросил слишком большое количество пепла. Скажем так, местные ученые подробно описывают то, как телега проехала его за миллион раз. При этом только при личном общении, при общении по почте. В принципе, публикаций на эту тему практически нет. Местные люди разделились на два лагеря. Первые придерживаются того же мнения, что и ученые. Раньше тут катались, туда-сюда на телегах проехали. Они прям подробно описывают, те, кто английский знает хоть чуть-чуть. А второй просто сказал, что это машины ездили. И все. Она даже не пройдет. Телега проедет, а лошадь нет, она будет соскальзывать постоянно ногами. На самом деле это совершенно не скользкий материал. Это вулканический туф, он такой, что практически по любой из этой горе можно спокойно совершенно лазить под любым углом. С другой стороны, есть такие места, где лошадь не пройдет, потому что оно само по себе вот настолько кривое, что там лошадь сломает ногу, хоть раз ступив мимо. Даже не съехав, а просто ступив мимо. Это не говоря о том, что я тут не упомянул о том, что еще у атлантологов рассказывал в прошлый раз, мы отдельно нашли одноколесные следы, совершенно отдельно от этих, у которых, в отличие от здесь, видно, что здесь есть бортик, то есть это явно что-то проехавшее по центру, вот между двумя холмами, а там как будто бы тачку одноколесную тащили через песок, то есть у нее есть в обе стороны по 50 сантиметров. Там уж точно лошадей не было.
горячий, наверное, был? Никто не знает. По горячим, так проехал. Нет, на самом деле существуют в мире колеи, которые проехали еще во время более-менее современных извержений, то есть за последние 2-3 тысячи лет. Даже по базальтовому туфу ездили на телегах и оставили следы. И известно, кто, когда и что за извержение. Ну,